привет! Добро пожаловать на канал Закупыч. Пришли мне две таких посылочки с сайта AliExpress. Начнем по очереди. Первое. Здесь у нас 6000 штук гидрогеля. Обошлась она мне посылка в сколько? $2.99. Короче, это $3. И сейчас она стоит 209 рублей. Но у продавца этой посылки, то есть этот товар как бы в Россию что-то он перестал доставлять. Но найду он, конечно же, этот гидрогель у других продавцов. Вот такой мешочек разноцветных. Покупаю разноцветных, потому что разноцветные они всегда смотрятся как-то поприкольнее. Вот, гидрогель у меня дофига уже обзоров на канале. Я его и замораживал, что только с ним не делал. Так что зайдите по ссылочкам везде вот здесь. Посмотрите, что там и как, что с ним можно делать. Гидрогель, аквагрунт, орбис, как его только не называют, короче. Так что это нам не интересно. А вот другая посылочка уже будет поинтереснее. Обошлась она мне 120 рублей, шла 45 дней, $1.52, а сейчас она стоит 139 рублей. Опять же, товар перестали в Российскую Федерацию доставлять, поэтому найду других продавцов. И здесь у нас должна быть губная гармошка, потому что было написано «Хармоника». Да, губная гармошечка для моей дочки. Я помню, когда был маленький, у меня был маленький барабан, маленькая гармошка такая. И еще была вот такая губная гармошечка. Выполнена она из дерева, надо же, настоящее дерево. Покрашена. Вот такая у нас гармошечка с таким жирафиком в розовом цвете выполнена. В такой горошек, здесь она на болтах закручена. И здесь, по-моему, пластик. И здесь уже само непосредственно отверстие, куда надо дуть. Так что будем дуть. Прикольно получается. Попробую научить дочку играть что-нибудь. И у меня есть детский канал. Так что если у моей дочки получится что-нибудь выдуть из нее, я это дело выложу на детский канал. Так что подписывайтесь на детский канал. Ссылка будет. Да везде будут ссылки. И под роликом смотрите ссылки. Так что спасибо за внимание. Вот такая быстренькая распаковочка. Пока!